Наша Земля – чудесная и уникальная планета. На ней множество красивых и загадочных мест, которые приводят в восторг путешественников. Мой список познакомит вас с такими необычными уголками мира и даст возможность увидеть самые красивые места на планете Земля, в которых мечтает побывать каждый человек. На 10-м месте моего рейтинга находится большая синяя дыра. В стране Белиз, Центральная Америка, посередине кораллового рифа Лайтхаус находится большая голубая, она же синяя дыра. Впервые о наличии этой впадины в Атлантическом океане поведал миру французский исследователь океана Жак-Ив Кусто. Ученые произвели исследование этого загадочного места. Глубина впадины 120 метров, диаметр более 300 метров. На глубине 70 метров обнаружилась арка, ведущая в пещерный комплекс под водой. Это красивейшее глубинное пространство, как магнитом притягивает к себе дайверов из разных уголков планеты. Дайвинг – занятие небезопасное, но любителей экстрима это никак не останавливает. Хотя некоторые из ныряльщиков навсегда, увы, остались в бездонной пучине большой синей дыры. На 9-м месте – гейзер Флай. Гейзер Флай расположен в штате Невада, США. По сути, это не гейзер, а термальный источник, к тому же рукотворный. Из прорубленной в начале 20 века скважины однажды пробился фонтан горячей воды. Сейчас фонтанов в гейзере уже три, высота их достигает 1.5 метра. А общая высота вместе с причудливыми возвышенностями, из которых они бьют, около 3.5 метров. Вид гейзера Флай впечатляет. Ощущение, что находишься на другой планете. Пейзаж среди пустыни просто неземной. Природные, напоминающие скалы возвышенности гейзера, окрашены в чудесные цвета и оттенки, благодаря растворенным в воде минералам. С каждым годом высота фонтанирующих скал становится все больше и больше. 8-е место и Кристальная река. В Колумбии течет река необычной красоты, что делает ее одним из самых красивых мест на Земле. У нее несколько названий – Кристальная, Радужная, Река Пяти Цветов. Длина реки – 100 км, ширина – около 20 метров. Питает реку дождевая вода и горные потоки. Рыба в ней практически отсутствует. Река меняет свой цвет в зависимости от погоды и времени года. В ней можно различить многообразие красок – желтого и зеленого, черного и красного, синего и голубого. Такое изобилие цветов объясняется присутствием множества водорослей, преображающихся под действием солнечных лучей. 7-е место – изгиб реки Колорадо. В США, в штате Аризона, имеется удивительно красивое место – изгиб реки Колорадо. Река окружает скалу водной гладью в форме симметричной подковы. Благодаря своей живописности, красоте и близости цивилизации, это место пользуется большой популярностью туристов. Но надо отметить, что к подкове приезжают не только любители прекрасных видов, но и люди, которым, увы, уже все надоело. Именно сюда устремляются со всего штата Аризона, желающие свести счеты с жизнью. 6-е место – Аризонская волна США. Аризонская волна – песчаное горное образование удивительной красоты. Оно находится в штате Аризона, США. Художница природа 190 миллионов лет назад начала свое творение. Дождь и ветер постепенно превратили данное образование в произведение искусства. Но увидеть чудо природы не так просто. Песчаник – очень хрупкий материал. Частые посещения и множество туристов могут уничтожить его. Поэтому существует квота на посещение – не более 20 человек в день. Только везунчики могут попасть сюда, выиграв путевку в лотерею. 5-е место – пещера огромных кристаллов. В штате Чихуахуа, Мексика, находится пещера огромных кристаллов. Она расположена на глубине 300 метров под городским поселением Найка. Уникальность этого места в том, что там обнаружены переплетения гигантских кристаллов. Самый крупный из них имеет длину более 11 метров, диаметр 4 метра, вес 55 тонн. Селенитовые кристаллы начали свое формирование примерно 500 тысяч лет назад. В пещере для этого были идеальные условия – 100% влажность и постоянная температура в 58 градусов. Чудесная кристаллическая пещера была обнаружена в 2000-е годы шахтерами.
Четвертое место – солончак Салар де Уюни в Боливии. Если вы думаете, что знаете о соли все и она не сможет вас удивить, то вам следует отправиться в Уюни, чтобы познакомиться с ней заново в бескрайней белоснежной пустыне. Уюни – самый большой солончак в мире. Он занимает 12 106 квадратных километров, что в 5 раз больше площади Люксембурга. Огромное горное озеро Минчин 25 тысяч лет назад почти полностью высохло, оставив после себя пару небольших водоемов и два гигантских солончака – Уюни и Кайпаса. Высохшее соляное озеро Уюни – главная достопримечательность Боливии. Сотни туристов ежедневно приезжают сюда увидеть неземные пейзажи. Чаще всего люди стремятся попасть в Уюни в сезон дождей с конца января по февраль. В это время соляная пустыня покрывается слоем воды и становится гигантским зеркалом, в котором контрастно отражается синее небо. Но и в сухой сезон солончак Уюни невероятно красив, а возможностей для фото в безграничной спящей белой пустыне становится еще больше. Каждый год здесь добывается около 20 тонн соли, а общий запас соли Уюни оценивается в 10 миллиардов тонн. Ценность солончака не исчерпывается солью. В Уюни находится около 100 миллионов тонн лития, что составляет до 70% мировых запасов. Этого хватит на аккумуляторы для смартфонов, которые произведут в ближайшие 100 лет. На третьем месте озеро Клилук в Канаде. Расположено в юго-западной части Канады. Озеро Клилук известно пятнистыми ландшафтами. Вода, насыщенная минеральными солями, обладает самой большой в мире концентрацией сульфата магния, кальция, натрия, серебра и титана. В связи с высокой плотностью минералов в водоеме выживают только микроорганизмы. Рыба здесь не водится. Такая природная аномалия и является причиной появления разноцветных резервуаров. Наиболее насыщенные оттенки характерны для летних месяцев, когда пятна, образующиеся на поверхности озера, окрашиваются в желтые и зеленые цвета. В другое время года преобладающим цветом является графитно-серый. По легенде, озеро Клилук остановило продолжавшуюся войну между племенами канадских индейцев Оканаган. Во время перехода через него воины омыли минеральной водой свои раны, которые сразу же затянулись. Целебные свойства водоема напомнили индейцам о том, что нет смысла наносить раны, которые так легко затягиваются, и мирные переговоры пришли на смену решающей кровавой битве. Второе место и зачарованный колодец Бразилии. В самом сердце штата Баия в Бразилии расположен национальный парк Шапада-Диамантина, включающий в себя великолепный горный пейзаж с расположенным в низине большим плато, а также реки, пороги, водопады, пещеры и прозрачные бассейны. Из-за разнообразия ландшафта и растительности животный мир здесь необычайно богат. Тут часто можно встретить колибри, несколько разновидностей попугаев, капибар и маленьких ящериц, а в горных районах обитают даже такие редкие виды исчезающих животных, как ягуары и пумы. Но не только ради этого стоит посетить Шапада-Диамантина. В одной из многочисленных местных пещер вас ждет абсолютно удивительное зрелище. Небольшое озеро, известное под названием «Зачарованный колодец» и ставшее визитной карточкой парка. Стоит только спуститься по крутому спуску длиной 80 метров вниз пещеры, как перед вами предстанет небольшой глубокий водоем с кристально прозрачной голубой водой. Небольшой водоем, называемый «Зачарованным колодцем», расположен в пещере в 400 километрах от Сальвадора, столицы штата Баия. Он имеет 37 метров в глубину, а вода в нем настолько чиста и прозрачна, что можно увидеть самое дно колодца. Сквозь щели пещеры проникает свет солнца, который создает в толщине воды луч, наполняющий водоем мягким синим свечением. Доступ к колодцу ограничен и находится под жестким контролем для того, чтобы сохранить уникальную и чувствительную к внешнему воздействию экосистему. Лучшим временем для посещения зачарованного колодца является период с апреля по сентябрь, когда каждый день с 10:30 до 12:30 дня сквозь щели в пещеру начинает просачиваться прямой солнечный свет, который, попадая на поверхность воды,
создает в ее толще преломленный луч, который наполняет озеро мягким синим свечением, освещая колодец до самого дна. Число желающих увидеть это завораживающее зрелище велико, и государственным службам Бразилии приходится ограничивать и контролировать доступ к водоему, чтобы уберечь это уникальное, чувствительное к любому внешнему воздействию место. Купание, конечно же, запрещено. Первое место и мраморные пещеры в Чили. Место, созданное невидимым дыханием природы. Одно из самых красивейших мест на нашей необъятной планете находится на границе Чили и Аргентины, в Патагонских Андах. Сказочное творение, которое создала сама природа, расположено в Южной Америке, в одном из самых глубоких озер мира – Буэнос-Айресе. Местные жители его величественно называют «Мраморный собор», однако во многих туристических проспектах его именуют как «Лас Кавернас де Мармоль» или «Мраморные пещеры Чили». Это наиболее яркая и запоминающая достопримечательность Патагонии, которую ежегодно посещают десятки тысяч туристов со всех уголков земного шара. Первозданная красота сине-голубых скал, переливающиеся в кристально чистых водах озера, по мнению большинства путешественников, увидевших это чудо природы, заставляет поверить, что рай на земле все-таки существует. Хотелось бы заметить, что в некоторых источниках можно найти информацию о том, что пещеры расположены в водах озера Генерал Каррера. Это не ошибка и не опечатка. Все дело в территориальном местоположении мраморных пещер. Генерал Каррера – чилийское название Буэнос-Айрес. Как нетрудно догадаться, аргентинское. Запутанные лабиринты мраморных пещер не оставляют равнодушными ни одного путешественника. Величие и какая-то неземная красота разных мраморных сводов, которые в солнечный день подчеркиваются проглядывающими то тут, то там яркими лучами солнца, представляет собой поистине незабываемое зрелище. Отблески света в изумрудно-голубой воде, будто играя в озере, ежесекундно создают удивительные оптические иллюзии. Именно поэтому мраморные пещеры в яркий солнечный день и при пасмурной погоде выглядят по-разному. Переменчивость уровня воды, которая обусловлена сезонным таянием ледников, также способствует перевоплощению фантастических туннелей пещеры. Путешественники, уже побывавшие в этом удивительном уголке, советуют всем тем, кто только решает отправиться в Чили к мраморным пещерам, совершить свою экскурсию еще до начала весны. В этот период времени низкий уровень воды в пещерах позволяет любопытным туристам воспользоваться прогулочными катерами, предоставляемыми местными гидами, и насладиться великолепием природы внутри пещеры. Прогулка под сводами нерукотворного мраморного собора на воде позволяет увидеть это чудо природы вблизи, заглянуть в так называемые темные окна пещеры, больше напоминающие собой бесконечный туннель. Однако кто там обитает, так и остается загадкой для туристов, ведь вглубь пещер уже не может добраться катер. Как уже было сказано выше, цветовая гамма пещер меняется в зависимости от времени года и суток, но и различные примеси минералов в стенах придают пещере неземное великолепие. В период таяния ледников озерная вода становится мутной, и поэтому скалы и пещеры окрашиваются в приглушенные тона. Некоторые путешественники в пасмурные дни видят в мраморном соборе схожесть с темными и загадочными призраками. Все оттенки синего цвета украшают пещеры Чили летом, когда горное озеро блестит в лучах яркого солнца. Туристов со всего мира этот райский уголок привлекает не только возможностью насладиться и прикоснуться к великолепию живописных пещер, созданных самой природой, но и возможностью провести свободное время за своим любимым занятием, а именно рыбалкой. Озеро Лаго Буэнос-Айрес на весь мир славится своим разнообразием рыбы, среди которых лосось и форель, которые могут жить только в чистейшей воде. Мраморные пещеры в Чили признаны самыми крупными месторождениями мрамора на Земле. Некоторые ученые считают, что вес имеющегося здесь драгоценного мрамора составляет около 5 миллионов тонн. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть Boosty, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на YouTube. Некоторый контент будет сугубо только на Boosty. С вами не прощаюсь и до встречи.